Так. Кто-то мне в этом доме объяснит, откуда взялись эти дети зеленые, как сказал кузнец. Что они хотят в нашем городе, почему они сожгли всю деревню к чертовой бабушке дотла, и что им нужно, чтобы они ушли отсюда уже? А? Зачем они сюда явились? Они коров моих пришли забрать, я вам отвечаю! Заклейте ему, пожалуйста, рот кто-то из-за ленты, потому что он так сильно орёт, то, что сейчас эти гоблины точно нас услышат. Скажите, пожалуйста, что нам сейчас делают? У нас просто до жопы какие серьезные проблемы с этими гоблинами. Пока они всех не поубивали, не сожгли реально весь город. Что нам дальше делать? У меня тоже есть серьезная проблема. Ну, какая? Выкладывай. Да наши дети дома одни остались. Я как-то за них переживаю немножко. То есть... Вы двое здесь, а ваших два мелких шкита прямо сейчас сами находятся дома. Я все правильно понял? А вам кто-то говорил то, что вы немножко плохие родители, потому что вы так не двинули оттуда, с того места, где гоблины были, а детей своих оставили? Вы башку вообще свои соображаете, что вы делаете-то, нет? Надо придумать план, как отсюда выбраться. Мы же не можем просто так выйти на улицу и побежать. Здесь я, как вижу, вроде три гоблина, и они еще по мосту гуляют, и в том городе 100%. Как нам отсюда выбраться-то, а? Кузя? Ну, не обращать внимания, я просто дракона своего Кузя назвал. Подписчики просто в комментариях просили, ну а чё, как бы, Кузя, Кузьмин, Кузьма, нормальное же имя, не? Какое-то собачье имя. Слушай, ты, Шурик, а вот Шурик не собачье имя, хватит выкобыливаться здесь. Кузя, Кузя, ты там сиди, не рыпайся, я скоро тебя заберу, если у меня, конечно, получится проскочить мимо вот этих гоблинов. Ребята, нужен план, куда нам пойти, как нам пробраться хотя бы до моего дракона, или как нам выбраться из этого дома и пробраться в дом к вашим детям и спасти их. Может, мы полетим на летающей корове в страну коров? Кузнец, а может ты возьмешь и выпрыгнешь через вот это окно на первый этаж и не будешь такие тупые мысли вслух озвучивать? Как тебе идея? Я пошутил, господи, ты реально сейчас в окно выпрыгнешь. Так, думайте, включайте голову и думайте, что нам дальше делать. Я это один сейчас слышал или кто-то двери открыл? Я... Прячьтесь, давайте за шкаф, за шкаф, а ты... Ложись, кузнец, ложись сюда, возле меня, давай ложись! Это первый и последний раз, когда мы с тобой вместе спим, ну, на полу я имею в виду. А, так это же Вероника. Кузнец, вставай давай. Вероника, не дрыкай, ты где была, где Кристина? Ты чё пугаешь-то так оболтус, у меня сердце чуть не остановилось! У меня вот тоже со всеми остальными сердце чуть не остановилось, когда ты дверь открыл на первом этаже. Нам нужно придумать план, как отсюда выбраться. У меня там Кузя, ну в смысле дракон мой, если ты с ним еще не познакомилась, там у той крыши. Он, возможно, сможет меня доставить в дом к кузнецу. Ты прикинь, кузнец и баба кузнеца, жена, сбежали сюда, а детей своих дома забыли. Родители года просто, звания вам вот этого не хватает, Чуркистаны Петровичи. Ты же сейчас была на улице, рассказывай, как там дела обстоят, насколько много там гоблинов и где Кристина, самая главная сестра твоя. Нам всем жопа, гоблины захватили весь город. Да ладно, вот без тебя бы мы вот это не узнали, да? Мне сейчас показалось, или кто-то снова открыл дверь на первом этаже? Прячься! Ладно, кузнец, я ошибся, когда сказал, что это последний раз, когда мы с тобой спали вместе, сейчас еще, но это точно последний раз. Это уже гоблин, ребенок Халка зеленый. Кузнец, нам с ним надо что-то сделать. Есть какой-то план, какая-то идея. Ты топор, спрячь, дебила, вот это. Кузнец! Едрить, ты колотит, почему у тебя в этой жизни решение проблемы? Шандарахать всех по башке топором! Не, ну кстати, сработало, ты молодец, кузнец. Ребят, у нас нет времени. Патруль сейчас сюда придет, потому что они потеряли одного гоблина. Как мне перебраться на вот ту крышу к моему дракону? Помогите мне, пожалуйста! У меня есть идея, иди за мной. Ну, Вероника всегда нас вот это спасет. Давай рассказывай, что нам делать. Я сейчас перелечу на ту крышу и перетяну тебя к себе. Что ты сделаешь? Куда ты меня перетянешь? Как ты меня через такую огромную пропасть хочешь себе-то перетянуть? Подойди к краю и закрой глаза! О,
Ой, Вероника, мне это как-то не очень нравится. Ты же понимаешь, если я упаду вниз, они же меня кокнут. Вот этот огромный гоблин. Ладно, если что, там молитесь за меня. Вот это жена кузнеца. А? Ладно, Вероника, давай. Тяни, я же сейчас упаду вниз. Тяни. Ёберны, это что за заклинание-то такое? Ты успела выучить, ты меня сейчас через вот эту про... Ребята, я тут в порядке вроде как, обосрался немножко в полете, но это от страха. Спасибо большое, Вероника. Так, Кузя, тихо, сейчас мы с тобой полетим. Жизнь детей кузнеца в твоих руках. Закройте все двери, забаррикадируйте, приприте их там шкафом и кроватью, еще чем-то. Я скоро вернусь. Надеюсь, если выживу. Так, Кузя, ты уже взрослый, молодой, как бы ребенок-дракон, но ты летать же вроде умеешь. Крылья у тебя есть? Есть. Господи, я так запинаюсь, честно. Я беспокоюсь, наверное, о детях кузнеца больше, чем сам кузнец. Крыльями просто бери, маши и полетели. Если мы шандарахнемся, ну тогда до свидания. Ну давай, Кузя, поверь себя, ты голубь переросток, давай, у тебя все получится, дракоша мой! Раз, два, четыре! Едрыть, колотить! Тебе всего лишь 2 недели, ты уже летать научился! Так, вот здесь где-то приземлимся, во дворе. Опа, здесь где живет кузнец и его баба. Так, Кузя, будь здесь, я скоро вернусь, будь здесь. Надеюсь, с ними все в порядке. Ага, там один гоблин, я его вижу. Нет, коровы вот эти, ёперный театр, вас еще больше здесь стало. Так, надо его кокнуть и идти за детьми. Раз, два, три. Ну с богом. Эй, ты, чупакабра болотная, ты не в тот дом забрел. На по башке! Так, дети... Дети! Да уйди ты нафиг, чё коров-то здесь так много, скинь отсюда! И творог свой забери! Надеюсь, с ними все хорошо. Я его держу! Идите, стекло сломайте стекло, я его сейчас в окно выброшу, идите, стекло сломайте, уже стекло... Да господи, я его держу как могу, дети, давайте быстрее! Стой на месте! Никуда не уйдешь, дети, быстрее ломайте стекло, я его не удержу вечно! Сейчас немножко полетаешь, на счет раз, два, три. Че, дети, отпускать его, не отпускать? Ну тогда до свидания! Опа! Вырубился, все хорошо. Вы как тут, дети? Меня вот этот батя ваш вот этот загнал, и мама ваша загнала. Они сказали то, что они вас забыли здесь, когда убегали из города. С вами все хорошо? Да! А где мама и папа? С ними тоже все хорошо, детишки, не переживайте, они дома у Вероники. Все, сейчас главное, тихо, за мной не кричать, не шуметь, от меня не убегать, держитесь сзади меня. В городе полно этих гоблинов, детей Халка, как я их называю. Их надо как-то обойти и пробраться в наш город. Так, Кузя! Ты вряд ли сможешь нас всех унести, поэтому давай, ты лети, встретимся с тобой где-то в деревне. Мы вряд ли сможем все на тебе улететь. Поэтому давай, тебе здесь тоже нельзя оставаться. Полетел! Детишки, за мной аккуратно идите. Держитесь сзади меня. Так, вижу двоих гоблинов, они прям в центре. Стойте здесь, я их сейчас посчитаю. Так, раз, два, один огромный, там вроде раз, два, три и четыре. Так, дети, 4 гоблина. Нам надо мимо них как-то пробраться. Так, дети, я их сейчас отвлеку, когда закричу бежать, это значит брать и бежать моментально, не отвлекаться ни на что. Все поняли? Тогда давайте. Опа! Сработало, детишки! Руки в ноги, ноги в руки, свалим с этого города! Сережка! Ты что делаешь, сатана? Ты где этому научился? Какая паутина?
Мой папа научил меня в руках топор держать, а мама волшебную палочку. Ой, ты ядрить колотить, какой молодец, сваливаем отсюда и назад, не оглядывайтесь. Быстро, у нас почти все получилось, чтобы они не отследили, куда мы с вами бежим. Быстро, давайте со мной. Главное, детишки, без паники, все хорошо, мы почти прибежали. Ваш папа-кузнец там уже вас ждет. Он, наверное, своим магическим топором уже какую-то корову на шашлык пустил. Осталось просто к нему прийти. Главное, перепрыгнуть вот эту огромную яму. Поэтому давайте по одному перепрыгивайте. Тихо, перед нами два гоблина. Я, конечно, хороший маг, но двоих гоблинов я сомневаюсь, что сразу смогу завалить. Давайте назад, надо их обойти. Так, в эту сторону, походу, тоже не получится. Назад, будьте готовы прыгать в воду. Я хороший маг, но четырех гоблинов я точно не смогу зашандарахать. Чё нам делать-то? И там два. Ёперный театр! Я один это слышал? Или вы тоже слышали? Кузя! Идите назад! Иди сюда! Кузечка, это... Ядрыть, колотить! Давайте, сматывайтесь отсюда все! Кузя, ну ты прям спаситель, ёханый баба, я же тебе говорил улетать с города, ты почему меня не послушался-то? Хотя чё я умничаю, ты нам сейчас жизнь только что спас. Так, детишки, аккуратно, быстренько, сейчас вот так перепрыгивайте, давайте по одному, Серёжка, давай ты первый, опа, молодец, давай ты вторая, давай. Опа! Молодец какая! Папа-кузнец! А вот ты! Ты спас моих детей! Кузнец, в следующий раз поблагодари, сейчас времени нет! Сейчас! Опа! Вот так, все, давай, веди своих детей к жене! А где мои коровы? Ты почему коров не захватил? Ты вообще неадекватный, я только что твоих детей спас! Какие коровы? Я их убил, наверное, случайно всех, когда с гоблинами сражался! Кузнец, ты в своем уме? Ждите здесь! Я быстро за коровами и обратно! Ву-а! Да, дети, вот так спасай детей, а кузнецу жизнь коров важнее, чем жизнь детей! Кузя! Если тебе не сложно, слетай-ка ты к дому кузнеца и сожги всех коров к чертовой бабушке на барбекю пусти. Потому что кузнец, походу, на них немножко помешался. Ага. Ой, какой послушный дракошек, да, дети? Вот запердокаем всех гоблинов в городе. Я тогда Кузечку попрошу, вдруг он вас прокатит на себе, а? Да, ура! Бегите домой, я вашего папу-дебила подожду. Ага.